Привет, меня зовут Лаврова Светлана. Я дипломированный психолог, психоаналитик с 15-летним стажем. Более 11 лет я изучаю и практикую здоровое питание от веганства, сыроедения, малоедения, от лечебного голодания до полного отказа от еды и жидкости. Я на сегодняшний день нахожусь более 2 лет на полной автономии от жидкости и от питания. Я вас хочу пригласить на семейный фестиваль «Энергия солнца» в Дюрсо, который состоится с 18 по 28 августа. Там мы, конечно же, с вами поговорим о таких вещах, как волновая генетика, как слово влияет на материю, квантовая генетика, о смысле жизни и долголетии, конечно же, долголетие, эликсир бессмертия. Обо всем об этом мы с вами поговорим, но также мы обязательно с вами затронем те темы, которые нам просто необходимы для комфортного жития на этой планете, в этой плотности. Такие как базовые настройки в питании, чувство вины, психологические зажоры, психосоматика заболеваний, обиды и непринятие, психика, запахи, вкусы и, конечно же, эмоции. Воплощение из мечты в реальность. Что это такое? Возможно ли это? Депривация сна. Конечно, как же без депривации сна? Мы с вами поговорим о том, что такое сон. Почему нас так усердно каждый день укладывают спать? А нужен ли сон нам? Нужен ли сон нашему аватару? И эту тему мы, конечно же, затронем. Мы поговорим, как многие знания доставать из подсознания в осознание. Ну и, конечно же, психоанализ. Присоединяйтесь на марафон и до встречи на фестивале. Я жду вас.